Солнечные ванны – это не только витамин D и красивый загар, но и ультрафиолетовые лучи. Почему защита от солнца так важна, как правильно подобрать и пользоваться санблоком, узнаем в следующем материале. Для солнечного излучения облака не помеха, поэтому даже в пасмурный день следует пользоваться солнцезащитными средствами. Игнорирование специального ухода может грозить разными последствиями, вплоть до рака кожи. Ультрафиолет бывает двух типов, А и Б. Типа А, они очень вредны, и мы их не видим совсем. Они нам подают фотостарение, морщины, пигментные пятна. Если возьмем тип Б, то он вызывает у нас ожоги и покраснение. SPF – Sun Protection Factor, что означает солнцезащитный фактор. Цифра на упаковке – показатель защитного фильтра. Чем выше показатель, тем больше времени можно провести под солнцем. А знак «плюс» – показатель силы защитного фильтра. А SPF 100 – это лишь маркетинговый ход. Такой крем защищает всего на 1% сильнее, чем SPF 50. Ежедневно используют не только однократно, а по времени. Если взяли мы SPF 50, он защищает нас каждые 8 часов. Нужно 2 раза в день тогда заново наносить на лицо. А если это будет SPF 20, это у нас будет на 2,5-3 часа, тогда нам уже надо 3 раза в день обязательно использовать. Немаловажную роль играют этапы нанесения и очищения санблока. Чем нужно смывать SPF, так это двухэтапным очищением. Сперва вы должны смыть, например, гидрофильным маслом, щербетом для снятия макияжа или же мицеллярной водой. После этого вы должны закрепить очищение в виде умывалок различных мыльных средств. На сегодняшний день есть различные виды SPF-защиты. Кремообразные, гелеобразные, спрей, стики. Но самые удобные в использовании, конечно же, спрей. Тем не менее, лучше не проводить много времени под солнцем, особенно в весенне-летний период, с 12 до 3 часов дня.